Для участия в 15-м турнире памяти Виктора Амелькова на этот раз приехали около 200 спортсменов. География турнира с каждым годом все шире. Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Белгородская области в этом году присоединились спортсмены из Республики Крым. На торжественной церемонии открытия турнира от имени главы курорта участников поприветствовал заместитель Сергей Козлов. Мы считаем, что сегодня вот кто отдал жизни свои, честь нашей Родины, заслуживает такого огромного внимания и низкий поклон родителям, близким, сестре нашего героя. Анапчане помнят и чтут подвиг земляка. Традиционно на турнире в качестве почетного гостя сестра героя Елена Амелькова. Ей вручили цветы и ценный подарок. Память героя почтили минутой молчания. На ринге не только юноши, но и девушки. С утверждением, что бокс – это не женский вид спорта, Виктория Бирева бы поспорила. 2 года она усердно тренируется, и на ее счету уже немало побед. Когда побеждаешь, чувство победы. И это очень нравится. Родители были сначала против, но потом уговорила их и записали на секцию. Какие аргументы были? Почему? Будут плечи, как у мальчика, будешь похожа на мальчика. Но все же согласились с моим решением и отдали на бокс. И не зря. В первой же схватке Виктория одержала победу. Никита Милованов занимается боксом уже 6 лет. Хорошо помнит свою самую первую победу. Ощущение счастья, когда рефери поднимает его руку вверх. Очень хороший вид спорта. Он тренирует характер, спортивные качества, волевые качества тренирует. Я считаю правильно, что проводятся такие турниры памяти героев России, людей, которые отдавали жизни за своих, за нас. Я думаю, поступил бы так же. И многие из нас поступили бы так же. Соревнования продлятся 5 дней. С первых поединков задан хороший темп и напряженная динамика.